российской избирательной системе исполняется 20 лет. Сегодня это событие отпраздновали в Воронежской области. В его честь были выпущены специальные памятные значки, которые получили все приглашенные на торжественное собрание. Почетным гостем стал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Леонид Ивлев. Избирательная система Российской Федерации переживает период своего расцвета. 20 лет по историческим меркам срок небольшой. Но за это время проведено огромное количество выборов. Если посчитать все вместе выборов в стране, и федеральное, и региональное, и муниципальное, их насчитывается свыше 100 тысяч. В организации этих выборов принимали участие миллионы людей. И люди старались честно и достойно провести выборы. Не всегда и не везде это получалось. С некоторых пор авторитет выборов стал снижаться. Соответственно, снижался авторитет избранной власти. И были предприняты серьезные усилия и на законодательном уровне, и на организационном уровне, чтобы выборы стали открытыми, честными, достойными. И в этой связи я бы хотел ответить действительно избирательную комиссию Воронежской области, которая является одной из лучших в стране. Это приятно. Ну вот простой пример. 8 сентября этого года состоялись выборы в стране, в том числе выборы мэра города Воронежа, выборы муниципальных органов власти. Всего в Центральную избирательную комиссию поступило 600 жалоб. Примерно 5% из них оказались обоснованы, были удовлетворены. Из Воронежской области поступила одна жалоба из Листинского района. Но когда мы ее стали рассматривать, заявитель эту жалобу отозвал. То есть это говорит о том, что выборы в Воронежской области прошли достойно, честно, справедливо, открыто. Причем в условиях высокой политической конкуренции. Избирательные комиссии соседних регионов, добрые друзья и коллеги, перенимают опыт. Вы знаете, за 20 лет, а практически вот я с 1993 года работаю председателем избирательной комиссии, возглавляю систему Белгородской области, и Владимир Егорович такое же примерно время. Вот, и, конечно, мы можем сегодня говорить о том, что и в наших субъектах Российской Федерации, в наших областях, и в целом в Российской Федерации создана очень высокоэффективная избирательная система, и прежде всего система избирательных комиссий. Это у нас сегодня мы имеем очень хорошие подготовленные кадры во всех избирательных комиссиях, начиная с участковой, муниципальных, территориальных, мы уже не говорим субъектовых избирательных комиссий. Мы накопили очень большой опыт обучения, подбора резерва и обучения кадров избирательных комиссий всех уровней. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с избирательной комиссией Воронежской области. Наши отношения добрые, деловые, профессиональные. Они основаны на доверии, на взаимопонимании и поддержке, потому что мы сегодня делаем одно общее дело, обеспечиваем реализацию избирательных прав граждан. Конечно, хочется пожелать своим коллегам доброго здоровья, успехов, новых достижений, чтобы вот эти новые достижения были прибавлены к тем уже успехам и к тем победам, которые были достигнуты на протяжении 20 лет на Воронежской земле и вообще в целом в избирательной системе Российской Федерации. Сегодня в Воронежской области праздник. Организаторы выборов последних двух десятилетий отмечают 20-летие образования избирательной системы Российской Федерации. И очень приятно, что на земле Воронежской вот эти 20 лет прошли в строгом соответствии с законом. Мы можем сегодня отметить, что у нас не было больших, что называется, политических событий, хотя политические партии, кандидаты всегда проявляют довольно высокую, так сказать, активность. Но эта активность проходит в рамках действующего закона. Безусловно, были моменты, которые связаны с появлением разных политтехнологий, элементов черного пиара. Но благодаря взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными органами, нам удавалось избегать, вот как я уже сказал, таких серьезных инцидентов. Да, пресекались отдельные правонарушения. Да, в разные годы были разные ситуации с явкой избирателей. Но вот последние годы следует отметить, что и активность избирателей стала довольно высокой. Понятно, что в сельской местности, в отдельных районах она довольно значительно доходит до 85-90%. Может быть, город Воронеж, другие города несколько ниже. Но это право избирателей. А наша задача, как можно больше провести вот эту разъяснительную работу с тем, чтобы
наши избиратели осознанно приходили на выборы и делали осознанный выбор. Мы стараемся это делать. Центральная избирательная комиссия России высоко оценивает работу Воронежского облизбиркома. На торжественном собрании были вручены награды организаторам выборов, внесшим весомый вклад в развитие избирательной системы страны. Благодарна! Центральная избирательная комиссия России объявляет селянину Владимиру Егоровичу, председателю избирательной комиссии Воронежской области, сказать, что не потому, что ЦИК недооценил, а всего лишь благодарность объявил. Владимир Егорович в прошлом году указом президента награжден орденом почета. К слову, именно в Воронежской области был принят первый в стране региональный избирательный кодекс. В то время облизбирком возглавлял Владимир Калитвин. Дорогие друзья, в общем-то, избирательная система складывалась у нас на глазах, вы это помните. Вот здесь сказали о том, что это непростая работа. Мы знаем, как только кандидат не набирает каких-то голосов, то всегда виноват не он, ни его агитаторы, ни кто-то другой, ни избиратели даже, а виновата избирательная комиссия. Что-то они сделали не так, что-то посчитали не так, что-то самое. Но вы-то лучше всех знаете, что избирательная комиссия никогда не влияет на результаты выборов. Избирательная комиссия в своей основе всегда кладет то, что ей положили на стол. Посчитать и объявить. С поздравлениями от правительства Воронежской области на торжественном собрании выступил Андрей Марков. Я думаю, вы своим 20-летним трудом, я так понимаю, большинство из вас 20 лет занимается этой работой, заслужили того, чтобы к вам относились с благодарностью абсолютно все граждане Российской Федерации. И мне кажется, Владимир Григорьевич, Леонид Григорьевич, если постараться, то можно сделать не 20 лет избирательной системе. Конечно, это большой юбилей, дай Бог, чтобы избирательная система у нас и 1000 лет существовала еще, а сделать профессиональный праздник, День работника избирательных комиссий. С теплыми словами приветствия к собравшимся обратился председатель Воронежской областной думы Владимир Ключников. Меняется время. Меняются избиратели, но самым главным остается чувство гражданского долга, ответственности, которым без исключения обладают все, кто работает в избирательной комиссии. Вот правильно же выражение? Мужественные. Женщины в основном мужественные, представляете? Героические, если хотите, отстающие право конституционное быть, провести голосование так, как положено по закону по Конституции. Львиная доля работников избирательной системы – женщины. Именно на этом моменте акцент сделали как Владимир Ключников, так и главный федеральный инспектор в Воронежской области Александр Солодов. Это ваш праздник, 20 лет. Здоровья вам, счастья, удачи. Чтобы ни один наблюдатель никогда не помешал вашей работе. Чтобы вы всегда были счастливы, довольны. И всегда вот приносили радость. И как вот сказали тут предыдущие ораторы – от вас зависит судьба Российской Федерации. Пусть она будет в ваших крепких, женских, надежных руках. Здоровья вам, удачи, всего-всего самого хорошего. Изюминкой торжественного собрания стал музыкальный подарок победителей зональной олимпиады по основам избирательного законодательства команды «Правильный выбор» из Аннинского района. Мы с тобой так молоды, нам и решать. Если не мы.
мы